Привет, Коннор. Вижу, ты жив и здоров. А ты пришел в себя от побоев? Чёрт засел в заброшенной пивоварне вблизи порта. К рассвету надо с ним покончить. Хорошо. Нужно вернуть припасы в лагерь как можно скорее. Конечно. Кто я, чтобы мешать твоей утопии? Что ж, идем за мной. Скажи вот что. Ты ведь мог убить меня тогда. Что тебя удержало? Любопытство. Еще вопросы? Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок. Цель. Путь к ней. Всего-навсего. Это твои приятели верят во всякий вздор о свободе. Когда-то ассасины ставили более разумную цель — мир. Свобода и есть мир. О, нет. Свобода — это хаос. Взгляни на революцию, что начали твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь шум. Поэтому ты на стороне Ли? Он понимает, что нужно будущей нации лучше, чем олухи, что ее представляют. А по мне, так ты попросту завидуешь. Люди сделали свой выбор и выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. И красиво его объяснили, но правдой оно не стало. Разница, Коннор. Единственная разница между мной и твоими товарищами — я не притворяюсь. Погоди-ка. Чёрч, умный мерзавец. Почему? Я думал провести тебя мимо охраны, но он заменил их теми, кого я не знаю. Может, я смогу пройти, не вызвав подозрений, но ты? Нет. Либо вместе, либо вообще никак. И что ты предлагаешь? Я найду сменившегося солдата и возьму его мундир. Хорошо. Я буду ждать здесь. Ясное дело. О, прости, так мне пойти с тобой? Подержать за ручку? Может, еще похвалить напоследок? Эй, ведите себя прилично! Тебе там. Давай,
Я вам не враг. Не обращайте на меня внимания. Я вам не враг. Не обращайте на меня внимания. Не удивлюсь, если он здесь. У тебя не было шансов, да? Тебя повесят за грехи! Думаю, сойдет. За мной. Стой, кто идет? Это частная собственность. Что вам здесь нужно? Отец понимания направляет нас. Тебя я узнал. Дикаря не знаю. Это мой сын. Вкусил лесных даров, я смотрю. Ну, идите. Заперто. Погоди. Странно, наверное, было вот так внезапно узнать обо мне. Мне, кстати, интересно, что обо мне могла говорить твоя мать? Я часто думал, как повернулась бы моя жизнь. Останься я с нею. Кстати, как она? Мертва. Убита. Что? Мне очень жаль. Тебе жаль. Мать сгорела заживо. Я помню ее лицо. Она велела мне уйти. Ее убил Чарльз Ли, и он выполнял твой приказ. И тебе жаль? Это невозможно. Я не давал такой приказ. Напротив, я велел прекратить поиски руин предтеч. Перед нами стояли дела поважнее. Но так было, и я не могу больше прощать. Бенджамин Чёрч, Орден Тамплиеров обвиняет тебя в предательстве и измене нашим принципам ради личной выгоды. За твое преступление я приговариваю тебя к смерти. Пора! Ты опоздал. Чёрч и его груз уже не здесь.
и, боюсь, ты будешь не в состоянии их преследовать. Держим победителя! И это будет Британия! Ты всегда предпочитал выгоде принцип. Может, поэтому ваша страна рассыпается? У тебя была славная мечта, но она была лишь мечтой! Как бьется! Полукровка! Точно бешеный пес! Надо усыпить его! Эти двое! Взять их! Не дай ему жить! Взять его! И индейца! Прикончите! Я тут! Его! Его, ублюдка! Где Чёрч? Я скажу все, что хочешь. Только обещай, что не убьешь меня. Даю слово. Он вчера уехал на Мартинику. На торговом шлюпе под названием «Приветствие». Загрузил его припасами, что украл у патриотов. Это все, что я знаю. Клянусь! Ты обещал! И он сдержал слово. Идем. Надо убираться отсюда. Да что ты? Сейчас не время считать ворон. Так близко, так далеко. Ищи путь во вход огня. О, как вы заплатите за свое предательство. Много вам платил Чёрч. Награда была щедрой. И что вам теперь с того золота? Думаете, волшебное? Как золотое руно? Глянь-ка, может, найдется, чем его открыть. Конор? Что ты задумал? Нет, не делай этого. Мы не знаем, что со стороны! Теперь знаем. Чёрч опередил нас минимум на день. Нам нужно поторапливаться. Я знаю одно судно. Будешь готов, жди меня на причале.